Ну что же, куда мы пойдем? Пойдем через Москву-реку, перейдем и думаю, что достичь той самой пиццерии, в которой я спрятался от мороза в прошлые свои похождения. Вообще, я четко направлялся в зеленую дверь, вон она. Ну, как-то вроде как бы есть что сказать. Посмотрим, что у меня есть сказать. Но, понимаешь, вот у Линча, в котором я живу, как говорится, внутри фильма, в которого я живу, у него там, значит, перемещение человека по всяческим, человека, человеческой души, сущности, по всяким каким-то закоулкам, общение с какими-то людьми, на первый взгляд, ничего не значащими. Вот это все я абсолютно исповедую. Я исповедую то, что Бог прячется в обличье нищего. Абсолютно. Возможно, это некая сакральная истина, но что делать? У меня, понимаешь, у меня такое присутствует некое самопожертвование ради искусства, поэтому я бы что хотел, я уже про этой ночи говорил, я бы хотел, чтобы, по крайней мере, этот канал, это был бы фактор честности, чтобы никто, а именно дорогие женщины, не могли упрекнуть меня в чем-то, в какой-либо нечестности, понимаешь? Да и мужчины тоже. Женщина — это что такое? Женщина — это либо мать, либо жена, их две ипостаси я выделил. Вот, пока, как говорится, сведения, как говорится, возможно, не до конца достоверные, но зато твердые, к которому, как говорится, сам пришел, сам нащупал. Ну так вот, и понимаешь, вот у Линча все на этом, вот помните, ковбой в Малхолланд Драйв, да? Как вот этот режиссер говорит, встреча с каким-то ковбоем, вот с таким презрением сначала, я это говорю, но после разговора с ковбоем презрение исчезло. Видишь, я перешел на летние варежки. Как говорит мой брат, в нашей полосе присутствуют две разновидности зимы. Зима-зима, зима-лето. Вот это летние перчатки. А вот это такой махав мы хотели купить с мамой. Проводили на нем тест-драйв, вот именно на этом рестайлинге. Он тогда показался просто сверхогромным, сверхмягким. Но не купили. Это было, превышало возможности нашего бюджета.